играть в футбол и учить вас играть в футбол. Мы сегодня у нас будет выбор картинки. Мы покажем вам, как можно правильно кинтиться. С вами Слава 9, до 67 и Иван Вань Петрович. Скажите. Здоровчик. И я покажу 7 финтов и объясню, как это делать. Первый финт будет поворот на 360 градусов. Я покажу, как он будет делаться в действии, а потом покажу в замедленном виде. Это был финт поворот на 360 градусов или финт дедан. Сейчас я покажу, как его делать. Вы бежите, но я не буду бежать, стою на месте. Ставите ногу тут, мячик стукается в вашу ногу, и противник думает, что вас остановится. Потом вы берете либо пяткой, уводите мяч и бежите дальше, либо откатываете мяч. И также, когда вы откатываете, поворачиваете корт. И уходите в другую сторону. Был финт 36 раз, сейчас я покажу еще раз, еще два раза, и мы будем делать новый финт. Был финт 36 градусов, поворот на 360 градусов, или финт дедан. Сейчас я вам покажу этот финт радуга. Такие взрывы, мировая война, но я шучу. Это был финт радуга, второй раз у меня не получился. Сейчас я объясню, как его нужно делать. Мяч катится, вы ставите правую ногу вперед или левую, неважно, правша или левша. Я правша. Левую накатываете на правую. Мячик сейчас стукнулся другой, там игра идет. Левый накатывается на правую. Накатывайте выше, чем пятки, потом прыгайте и кидайте мяч. Сейчас я покажу его действие. И когда вы будете его делать, лучше наклоняйте корпус, чтобы мячик смог перелететь вас и вашего игрока. Сейчас я вам покажу обманку Роналду и объясню, как ее нужно делать. Оставили красный мяч, свободный удар. Это была обманка Роналду. Сейчас я покажу, как ее нужно делать. Берете, выкручиваете мяч правой ногой, левой делаете обманку, то что вы уйдете влево и уходите вправо. И сейчас я покажу его действие. И мы будем делать те же финты Роналду, только другие. Финт Роналду. Сейчас я покажу другой же финт Роналду. Тоже это будет обманка. Это был финт Роналду. Обманка. Сейчас я покажу, как ее нужно делать. Берете, откручиваете мяч правой ногой, но не полностью, до середины. Противник думает, что вы пойдете влево, там резко берете и мяч уводите в другую сторону. Сейчас я покажу его действие. Это будет Роналду. Сейчас я покажу простую обманку. Я не знаю, какого за это игрока обманка, но думаю, вы все ее знаете.
обманка. Сейчас покажу, как ее нужно делать. Чтобы делать эту обманку, нужно подпрыгивать и мячик толкать либо влево, либо вправо. Это уже на ваше усмотрение. То есть что-то по типу этого. Ну и, наверное, мы на этом мы закончим, потому что Слава снимает с айфона, у него очень мало зарядки. Всем пока. И сейчас я покажу, наверное, последний финт. Ну, и мы закончим. Ну да. Это финт будет Роналду. Опять же, Роналду. И мы начинаем. Я могу вам сейчас сказать то, что он очень любит Роналду. Делает все финты. Он любит финты. Делать. Обводите правой ногой мячик, потом подпрыгивайте в воздухе, вбивайте и правой в другую сторону. Противник запутается, потеряет, можно сказать, управление и не сможет вас обвести. Сейчас покажу его еще раз действие, и мы будем прощаться. И с вами была рубрика о футболе. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, комментируйте и подписывайтесь на канал. До свидания. Всем пока.